вот выбивают потихоньку. Выбивает «Динамо». Да, ну, вот это вообще непростительно. Причем второй мяч в этом сете падает непростительно просто. Мы видели перед этим, когда Грозер накатом таким по линии застал врасплох Вериша. А сейчас, посмотрите, теоретически здесь не только диагональная. Все три игрока должны падать за этим мячом, а идет один диагональный.